Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Елена. Я буду делать расклад на картах Ленорман «Тайны старого замка» на такую тему. 30 ноября у нас будет полнолуние, затмение. И я буду искать в колоде карту Луна, что нас ожидает в этот день. Вот она и вышла, карта Луна. С одной стороны у нас идет карта плетки, а с другой стороны карта медведь. Это, конечно же, мужчина ваш медведь, и с ним сексуальная связь по карте плетки. Кто в поисках мужчины, в этот день очень повезет встретить именно того мужчину, которого вы давно ищете. Если вы смотрите на себя и не имеете, не хотите мужчину, это вы, ваша сила, энергетика такая сильная у вас будет в этот день, как у медведя, вы будете много работать, у вас будет прям вот энергия будет из вас аж выходить, столько будет сил, и на работу хватит, и на все. Очень прекрасно. А что еще ожидает? Это карта якорь. Вот я и сказала сейчас о работе. Это будет стабильность в работе, много работы. Все будет складываться в этот день у вас благополучно. А что еще у нас будет на 30 ноября? Это карта крест. В этот день, конец месяца, полнолуние, нужно отказаться по кресту от всего ненужного, от плохих людей, от негативных, плохих мыслей и установок. Поставить точку на всем негативе и следить за своим здоровьем. И какой будет итог, результат, и все у вас получится, и все у вас будет хорошо. Желаю вам счастья. С вами была ваша Елена. До свидания.